Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко. Я эксперт в области продвижения MLM онлайн и топ-лидер компании Biosi. Сегодня в этом видео я хочу вам рассказать, как же зарегистрироваться в нашу замечательную компанию Biosi. Я покажу вам несколько способов, с помощью которых вы сможете присоединиться к нашей дружной команде. Итак, чтобы зарегистрироваться в компании Biosi, мы заходим на официальный сайт, вот такой вот у него адрес, и заходим в раздел «Регистрация». Здесь мы видим такое поле, куда вводим фамилию, ну, например, сейчас на русский перейдем. Имя обязательно. Можно отчество поставить, можно не ставить. Пол, дату рождения выбираем. Допустим так. Почтовый индекс. И номер спонсора. Мой номер спонсора, например, 90-762. Проверяете. Внизу должен нарисоваться спонсор, под которого вы хотите зарегистрироваться. Если у вас нет спонсора, выбираете ваш федеральный округ и вам предложат, ну, например, дальневосточный. Здесь единственная Екатерина. Да, вы выбираете, допустим, Екатерину. Потом вводите свой мобильный телефон. Сначала выбираете Россию, да, 7, 9, 8. Вот я свой номер телефона поставлю. Email поставлю. И адрес регистрации. Пишите город ваш. Ну вот, к примеру, вот так вот. Город. Ставите галочку. Улицу, дом, да, не забывайте все это написать. И ставите вот здесь галочки. Можете почитать договор присоединения. Очень рекомендую, потому что прежде чем вы с чем-то соглашаетесь, то читайте, пожалуйста, с чем. Я хочу получать смс, электронную почту от компании. Я тоже рекомендую оставить здесь галочку, потому что все новости, все акции от компании будут вам приходить, и вы их не пропустите. И нажимаете «Зарегистрироваться». Написано, что указанный мобильный номер уже зарегистрирован, так как я зарегистрирована, естественно, в компании. Но на ваш номер телефона потом придет код, который вы будете вводить. И на вашу почту придет логин и пароль, через которые вы будете заходить уже в свой личный кабинет через вход. Вот здесь, видите, написано вход. Это первый вариант, как можно зарегистрироваться в компании Biosi. Второй вариант, когда вам нужно кого-то зарегистрировать, вы заходите в свой личный кабинет. И заходите в раздел «Структура», «Приглашение дистрибьютора». Вот здесь вы видите, что есть реферальная ссылочка. У всех она одинаково отличается только личным номером вот этим. То есть, например, если вы хотите зарегистрировать не к себе в первую линию, а к кому-то в глубину, вы просто заменяете ваш номер дистрибьюторский, вот мой 90-762, на номер этого человека, этого дистрибьютора, к которому вы хотите в первую линию зарегистрировать новичка. Все, и вы копируете вот эту реферальную ссылочку. Копировать. И даете человеку. Человек вводит в адресную строку, вставляет эту ссылочку, нажимает Enter. И выходит
да, вот такую вот страничку, куда вводят уже свои данные, точно так же, как я вам показывала. И автоматически вы уже как спонсор будете фигурировать, то есть человек уже попадет именно к вам. Вот такие вот простые способы регистрации компании BioSeek.